Всем привет! Есть у нас такая традиция. Каждый год 1 января в 8 часов утра мы ходим не в баню, а в лес. Вот такая вот у нас ежегодная традиция. Отмечаем 1 января Новый год здесь. И, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Ну, в принципе, так у нас и выходит. И этот год мы собираемся также провести в лесу с хорошими сборами, с хорошими грибными сборами. Поэтому сегодня мы тоже идем за грибами, посмотрим, что нас сегодня ждет. В принципе, сегодня нормально, тепло, моросит мелкий дождик, но погода комфортная. И грибам, я думаю, тоже должно быть достаточно комфортно находиться в лесу. Посмотрим, что мы найдем сегодня. Пришли мы в лес, проверяем опять-таки свои места. Идет дождь, поэтому снимаю я с зонтиком. Ну вот, ребят, что у нас сегодня наросло в наших зарослях. Сейчас мы покажем вам. Смотрите, вот такая вот красивая выросла. Вот еще одна вешночка. Вот малышка. Это прям состарилась уже, старенькая. Сейчас мы попробуем ее срезать. Какие-то грибочки прям по дождю, прям на глазах, мне кажется, растут. Вот эту забираем с собой, красавицу. Малыши, ну ничего, это вы знаете, прям можно такие брать. В прошлый раз мы оставляли их подрастать. Ну, в этот раз уже заберем, не знаю, когда теперь уже в следующий раз поедем. А ну-ка, о, хорошая. Смотрите, какая чистая. Забираем ее с собой. Неплохая. Вы знаете, нормально подросли грибочки. Нормально, прям мне нравится. Вот эту тоже заберем. Плохо срезается. Чистая, вкусная. Аромат, конечно, от нее стоит. Просто волшебный. Кусочками буду отделять. Так, ну здесь все. И сейчас... Вот, я еще здесь видела. Вот она. Красавица. Ой, дождь такой сильный пошел, вы знаете... По-моему, переходящий в мокрый снег. Вот одна. Вот еще одна вешенка. Тоже можно забрать. Вот они. Ой, аромат какой стоит. Прям вы не представляете. Ну, божественно. Здесь на стволе, смотрите, сколько малышей подросло. Оставим их. Здесь вот под корой. Небольшая малышка. Так, идем дальше с зонтиком. Вот еще грибочки. Тоже маленькие, тоже жалко срезать. Вот хорошие экземплярчики. Так, но это только с этой стороны, с одной. Надо перелазить на ту сторону и смотреть, что там дальше есть. Здесь, ну, совсем кнопочки, которые надо оставить до следующего раза. Может, кому-то другому повезет. Вот они, с этой стороны малыши. Видите, не совсем такие крошечные. Такие оставляем, маленькие совсем. С этой стороны тоже небольшая выросла, хорошенькая. И здесь маленькие. Здесь тоже горошек такой совсем, и там. Этих маленьких, конечно же, тоже оставляем. А вот такой экземпляр уже можно взять. Он уже покрупнее. Аккуратненько отделим кору. Сильно не будем разрушать, потому что потом все равно это место тоже будет плодоносить. Там еще и маленьких много под этой семейкой. Вот это заберем. Но малышей очень много, ребят. Я прям вот вижу. Тут под мхом их очень много. То есть она еще будет расти и расти. Никого нет, ребят. В городе 1 января, конечно же, тоже никого нет. Люди еще все спят. Лес встретил дождем, сыростью. Ну и грибами, конечно же.
Блин, это такое счастье. Вы вот не представляете, наверное, ребят, какое счастье находиться 1 января в лесу, когда все люди после праздника, конечно же, спят. Кто-то только недавно лег спать. А мы приехали в лес. Каждый год мы не изменяем свои традиции. Ездим собирать грибы. Поэтому весь год на протяжении всего времени мы тоже собираем грибочки. Ну и я вам скажу, неплохо. Я сегодня обновила свою корзиночку. Ну вот, смотрите, уже в ней немножко подприбавилось. Ой, а вот здесь, кстати, смотрите, какие грибы. Вот эти вот черные наросты, это тоже грибы. И они такие микроскопические, прям по стволу идут. Вот они. Плохо видно под зонтиком. Это эксидия железистая. Несъедобный гриб. Ну, я думаю, ни у кого не вызывает желание его попробовать. В сырую погоду он начинает разбухать. Так как дождь у нас начался только вчера, до этого было сухо, она присушилась, скукожилась и стала вот такая. Сейчас вот после дождика она хорошенько разбухнет и будет такая сочная и красивая на стволе. Птички поют, ребята. Какая красота, в лесу дождь закончился наконец-то. Смотрите, что обнаружили. Совсем молодая семеечка. Ну, так красиво. Прям картина Репина. Смотрите, во мху молоденькие фламулины. Красота. А здесь это мое место, вот где я срезала вешенку. В прошлый раз и позапрошлый. А здесь дальше, ну, возможно, не видно. Ну, смотрите, буду вот потихонечку показывать и пальчиком водить. По всему стволу, я не знаю, 4 метра вверх. Я не знаю, как мы это достанем. Но вот по этому стволу вешенки, тьма просто. И Вика говорит, вот с той стороны еще надо вернуться посмотреть. Сейчас вот обогнем это дерево и посмотрим, что же там нас встречает спустя неделю. Вот мы были, получается, здесь неделю назад, может меньше. Один раз прошел дождик. Да. И здесь вот она продолжает и с этой стороны рост свой. Ой, плохо видно, пасмурно. Ну вот грибочки. И вот надо мной получается. Не знаю, будет видно или нет. Не видно. Но тоже грибы. Сейчас мы будем как-то к палке приматывать нож. И будем как-то это все резать, связать. Уж очень хочется забрать. И пойдем смотреть дальше. У нас тут не один ствол, у нас тут их много. Будем обсматривать. Сегодня наберем, получается, опять и вешенку, и фламулинку возьмем. Ой, сколько аурикулярии. Вся набухла, вся красивая такая. Викуля, а что, нету там больше фламулины, да? Там еще, да? На том месте. А, вот одна. Одна одинешенька. Нет, не одна, вот еще кустик. Сейчас давайте их сразу тогда сорвем. То, что здесь такие заросли. Ой, как красивая такая, молоденькая. Вот еще она горит таким огоньком из мха зеленого. Пойдем с нами. О, там один остался подрастать. И так красиво вырвалась прям с этим. Ну что, Викуль, чем будем срезать? Так, ну вот одну. Вика уже соорудила, да? Покажи приборчик. Вот он. Прибор на все руки. Маленькую потом срежем. Сейчас вот большую надо срезать. Ну, я надеюсь, ты знаешь, ты срезай, она будет падать, а я буду ее собирать с земли. Хорошо. Слушай, ну много, а там как высоко еще тоже. Нам бы сейчас альпинистское снаряжение, топорик не помешал. Ну что, наверное, еще надо примотать, да, он как-то не этот, не держится. Так, чем бы примотать? Это их, как он называется, веточками. Веточками? Тебе лозу найти погибче? Да, понайди. Так. Погибче. Ну, она такая, она ломается же все.
Сейчас мы что-нибудь. Шнурок? Можно достать пояс, ремешок. О! Тара-там-та-дам! Очумелые ручки. Как хорошо, что с собой есть ремешок от кошелька. Ой, они еще застегиваются между собой. Да. Замечательно. Что будешь делать из вешенки, расскажи. Ну, салатик сделаем вкусный. Фунчозу. Фунчозу. А если попробовать закатать вешенки, как обычные грибы по баночкам? Замечательно. Как бы ты сделала? Ты знаешь, тут еще вот с этой стороны хорошие такие кустики, но я прям не знаю, там не залезешь, наверное. Ты срезай, срезай, я буду все собирать. Да. Ой, замечательно получается, смотрите. Чик, все, готово. Остаются срезы, остаются малыши. Это нам как раз к следующему разу. Надеюсь, их никто не увидит и никто не срежет вперед нас. Да, маленькие. Ну, в принципе, нет, никто не приезжает на эти места. Видите, никто не знает, где это находится. Замечательно. Ну, там старая, старая. Пускай размножается, на расплод остается. Вот малыши остались, ты знаешь, Вик, а вот с этой стороны, вот между двумя вот этими стволами, ну я не знаю, как там залазить с той стороны. Может, с этой стороны, с земли попробовать? Да-да-да. А где там большие? Они небольшие, ты не выйдешь отсюда, это надо тебе слезть и посмотреть вместе со мной. Много малышей, опять пошел дождь. Вот смотрите, а на этом дереве в прошлый раз ламулинки не было. Вот, получается, выросла новая. Ламулина бархатистоножковая. Запомним этот ствол. Много малышей осталось. Еще малышка фламулина попалась. Маленькая совсем. Пускай подрастает. Наверное, такую мы оставим подрастать. Прям медовая-медовая. Вот и одна горошинка. Оставим ее. И вот такая вот красивая семеечка. Попробуем ее сейчас вот так вот, видите, раз, и она так красиво срезается. Вот она, темная ножка бархатная, светлые пластиночки, плохо видно, темно, дождь идет, мокро в лесу, сыро-сыро, но тепло. А мы ищем, мы режем, продолжаем поиск. И на тех же самых местах, помните, тут и корку совсем маленькую оставляла, она уже немножко подросла. С той стороны ствола, с этой тоже грибочки выросли. Эти заберем нижние, эти оставим подрастать на следующий раз. Здесь вот, ребят, смотрите, издалека можно подумать, что это фламулинка бархатистоножковая. А это на самом деле ложный опенок кирпично-красный. Его можно определить по вот таким вот зеленовато-оливково-серым пластинам. И пластинки у них, конечно же, отличаются. Видите, цвет совершенно другой. Ножка полностью такая вот красноватая. Шляпка уже по цвету другая совершенно. Похоже, особенно после того, видимо, как они под мороз еще попали. Потемнели немножко. Очень напоминают фламулину, но это не она. Это кирпично-красный опенок. Ну, кстати, некоторые его тоже едят, берут. Ну, в некоторых источниках гриб считается несъедобным, ядовитым. В других условно съедобный. Мы в любом случае этот гриб не берем, пока нам хватает и наших хороших грибов. Дождик поливает. Поливает наши грибочки. Даже такие маленькие тоже возьмем. Мало сегодня фламулинки. В основном сбор на вешенку пошел. Наберем малышей. Ну вот такая вот еще нам фламулина встретилась. И здесь, кстати, кучка не одна. Мы пока сидим, наблюдаем, что вокруг по стволам еще идет прям и корка молодая. Мне кажется, она прям на глазах под дождем вырастает. Здесь малышка. Вот с этой стороны, смотрите, какой хороший кустик, семеечка аппетитная. И сейчас еще в двух местах мы нашли. Сейчас еще покажем. Вот эти забираем. Вот еще одна семеечка. Опять, которые мы оставляли в прошлый раз. Смотрите, как они подросли. Вот здесь вот выросли. И с этой стороны тоже.
наросли чуть-чуть. Маленькая икра. Вон там вот мне Вика еще показывает, еще малыши растут. Видите, они прям по опавшему валежнику начинают свой рост. Так что фламулинка, благодаря вот этой вот сырой погодке, будет нас еще радовать долгое и долгое время. А здесь смотрите, как Кристинке повезло. Какой шикарный ствол с сочной красивой фламулинкой. Вот она какая красивая. И ножка бархатная, шляпка мокрая от дождя. Сочные фламулиночки красивые. Ой, вообще, я балдею, слушайте. Ну вот, лучшего Нового года пожелать просто нельзя. Конечно, погодка немножко подвела. Приходится ходить по лесу с зонтиком, это неудобно. Холодно уже стало. Ну вот, я думаю, вот это вот последняя семейка, и можно, в принципе, ехать домой. В принципе, корзиночку почти набрали. А вот и наш замечательный улов. Смотрите, какая корзина получилась. Достаточно много. Корзинка не маленькая. Вот, смотрите. Ну, вот так вот мы встретили Новый год в лесу. 1 января, а сборы радуют. Первый день 2020 года мы отметили успешным сбором грибов. Вешенки обыкновенно и фламулины бархатистоножковой. Так что, я думаю, год будет у нас грибной, удачный и урожайный. Чего и вам желаем. Едьте в лес, ищите свои грибы. И удача вам улыбнется. Ну, а мы... едем домой. Да. Всем пока. Пока. С наступившим Новым годом.